спрашивает, в ведах дух и душа. Это разные понятия. Где об этом почитать у Прабхупады? Да, это достаточно типичный вопрос, особенно для людей, которые как-то связаны с христианской культурой, в которой дух и душа – это слова, имеющие разные смыслы, ну, по меньшей мере, не совсем одно и то же. Вот. А Шрила Прабхупада использует интересный термин, ну, в английском версии – spirit soul, духовная душа. Слова совершенно разные, да? По-русски получается масло-масляная, духовная душа. А на английском это разные слова – spirit soul. Душа – это soul, а spirit – значит душа или духовный. Да? Дух, дух или духовный, точнее. Вот, и так spirit soul получается духовная душа. Какая-то несуразица по-русски. Вот, но, значит, если говорить про санскрит, там все вообще по-другому выглядит. Потому что там просто атма. Атма – это вот просто вот духовное начало, в отличие от прокрити, от материальной энергии. Итак, в христианстве, да, дух и душа имеют разные значения, поэтому такая путаница. То есть, насколько я понимаю, духом христиане называют этот вечный компонент, то есть то, что мы называем душой. То есть то, что по-христиански дух, по-ведически, по нашей терминологии душа. А то, что христиане называют душа, это в нашей терминологии тонкое тело. Вот, потому что согласно ведической философии есть сама атма, да? Вот этот вот дух, если по-христиански говорить, вот, или по-нашему душа, которая покрыта тонким телом, ум, разум, эго, и потом сверху физическая оболочка. Так вот, христиане называют душой тонкое тело, то есть то, что мы называем этот вот, ну, линга шарира, ум, разум, эго. Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, примите наши поклоны. Это Нарайни Радха. Это Манджари Махима, и мы вместе занимаемся интернет-санкиртаной на Валдес. Мы распространяли книги на улице долгое время и решили автоматизировать этот процесс, составили список магазинов, через которые можно попробовать распространять книги, и первым оказался Валдес. И он стал занимать практически все наше время, потому что это очень объемный маркетплейс, там распространяется огромное количество книг. Только Бхагавад-гит около 7 тысяч уже люди выкупили за 1,5 года. В целом распространено более 42 тысяч книг. Мы хотим пригласить вас стать членом команды интернет-санкиртаны. Мы поддерживаем низкую стоимость на Валберес, чтобы эти книги распространялись. При низкой цене распространение увеличивается в несколько раз. Но чтобы поддерживать цену на таком уровне, нам необходимо ваше участие. Если вы домохозяйка или вы бизнесмен, у вас нет времени, вы можете просто выкупать книги, и от вашего лица они будут автоматизированно распространяться на Валберес. Поэтому присоединяйтесь к нашей команде, становитесь членом интернет-санкиртаны и давайте распространять книги вместе.